Это ты в армии, да? Это я был в армии. Понятно. В спортроте служил, да? В спортроте вначале, а потом в танковых, тут на Куксах, как при въезде в Новочеркасск, справа там это стадион и за стадионом. На этом стадионе брал я свой портфель, хоть сумку, и ходил на стадион с местными ребятами, тренировался. Понятно. А командир, я же мастер спорта по футболу, Карпенко был. Анатолий Васильевич, ну что, пошел. Отпускали. Да, и через этот прошел, через КПП, ребята знали. И так же и заходил. А это вот фотография, такая фотография колоритная такая. Это тоже у меня этот Алексей Матвеевич как-то оказался. Это здесь, в Рассудно, это еще наше было. Старые еще, да? Старые. Ну, она еще в хорошем состоянии была, раздевалочка. Где-то Валик стоит и вот Истомин Сашка. И он тебе говорит, Анатолий Андреевич, короче, попозируй, да? Ну, мы с огород с огородом жили, он меня знал. Вот это он меня снял. Ну, это мои хорошие годы, конечно. И команда хорошая была. Ну, это примерно какой год? И в хорошей форме. 60, наверное, 9-й. Вот это, да? Ну, короче, пика Печенковского футбола, да? Это 68-го, начало 66-го, вот, это уже вот появился и Платоныч там у нас, все, это уже команда начинала подниматься по второй группе, играла потом по первой, вот, на кубке там это, наверное, все. А 69-й самый это рассвет и пик. Это стадион был. Это самый... Знаменитый, там что-то из белой глины ехали. Отовсюду ехали, да? Отовсюду ехали. Болельщики были. Рекомендации. Это вот в этом году мне. Кертомыш Анатолию Андреевичу, да? Благодарственное письмо от клуба, да? Ну, это как от области, там это я как считался этим тренером-общественником. Ну и это уже местное удостоверение, там это все, медалька, тут все это. Это. А это вот в этом году осенью уже вот сажали тут деревья, там все. Я видел фотографии, я фотографии видел это в интернете. Приезжал бывший министр, он этот был сельского хозяйства, а он мне вручал. Подожди.